Алена Свиридова как-то сказала про одну свою коллегу. Она так хорошо поет, что ей можно не заботиться о внешнем виде. Саму Алену считают одной из самых стильных певиц. Имидж бедной овечки не для нее, а образ розового фламинго уже надоел. Певица все время в поисках новых образов и своего автора. Днем она строгий продюсер, работает с Мазаем и Макаревичем, вечером классическая дама поет романсы Рахманинова под аккомпанемент классического пианиста Юрия Розума. Затянувшиеся поиски своего автора не снижают высоких требований к нему, поэтому пока она нашла только автора своего ребенка. Госпожа Свиридова вполне могла бы быть любимой певицей многих великих композиторов из прошлого. Исаак Дунаевский в их числе. Привет, друзья, это я, Алена Свиридова. Хочу представить на ваш суд эксперимент. Это песня из кинофильма «Моя любовь» моего любимого композитора Исаака Осиповича Дунаевского. Сейчас эта песня звучит абсолютно современно, правда, для этого нам пришлось убрать энное количество гармоний. Раньше ее пела Лидия Смирнова, небесной красоты женщина, очень хорошая артистка. Надеюсь, хоть как-то соответствую этому высокому образу. Звать любовь не надо, явиться незванно, счастьем расцветет вокруг. Самый настоящий друг. Взглядом ты его проводишь, день весь как во сне проходишь. Ночью лишь подушке, девичьей подружке, выскажешь свои мечты. Моя любовь, моя любовь, моя любовь.
спасибо, что вам хватило сил, любопытства и свободного времени, чтобы обратить внимание на наш новый диск. Александр Брахимов, благодарю за выбор. Я знаю, вам было из чего.